Ну, вы знаете, конечно, очень жалко, что Гуреев покинул Россию. Все-таки лучше бы он оставался на той должности, да, и исполнял бы те функциональные обязанности, которые у него были. Да, он очень умный, толковый профессор, доктор наук. И, конечно, тем, чем он занимался до того, как вошел, будем говорить, в политические какие-то баталии, вот то было его место. А туда, куда он дальше пошел, конечно, это уже, будем говорить, профанация. Это человек занялся не тем, чем положено. Назвать его, например, политическим беженцем, нет, я не назову его политическим беженцем. Он беженец, да, ну как обыкновенный гражданин Российской Федерации, которому не по нраву, например, то состояние России, в котором он живет сейчас. Вот и все.